Многие мамы сталкиваются с такой проблемой, что дети капризничают, когда узнают о том, что им предстоит поход к врачу. Плановый поход в поликлинику, например, плановый осмотр стоматолога или еще что-нибудь. Если ваш ребенок не болен, если нет никакой сложной и острой ситуации, связанной с вызовом участкового либо скорой помощи, поговорить о походе к врачу нужно с ребенком заранее. Нужно рассказать ему о том, что будет делать доктор, как он будет это делать, чтобы для ребенка не стало неожиданностью то, что ему, например, придется раздеваться, открывать рот, показывать зубки, показывать горлышко, животик или что-то еще. Для того, чтобы ребенок спокойнее переносил поход в больницу, можно в эту больницу с ним поиграть дома. Есть замечательные игровые наборы, где есть слушалка доктора, где есть ножнички, где есть белый колпачок и так далее. То есть это маленькая ролевая игра, в которую вы можете поиграть со своим ребенком. Можно просто на словах объяснить ему, что дядя или тетя доктор не сделают ничего плохого, просто посмотрят и скажут, что ваш ребенок здоров и вам можно. Можно, например, ходить в бассейн, или можно, например, идти в садик, или можно, например, пойти в гости или на праздник. Ваш ребенок здоров, и дядя доктор – это не враг, а человек, который говорит только о здоровье.